Продолжаем. С вами Казоку Фэмили. Вторая часть Спайдермена. Вперед. Во! Ой. А, это ты автоматически, что ли, сделал? Походу, да? Ох ты, блин. Так, а вот тут, по-моему, реакция просто нужна, да? Ой, бля. Я чуть не упал. Чувак, отсоси. Не знаю, у кого просто отсоси и все. Чё? Давай, давай, давай. Просто вперед, я понял. Да, нет никакого ускорения нахер. Так, 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 стоп, я ни хрена не вижу, куда нам? Просто затекстурено все. И все. Так, как я его не убил, он же был там. Хотя чё я придираюсь к игре, которая, я не знаю, старая, как не знаю кто, да? Ну! Быстро! Все по местам! Мы должны их догнать! Эй, ты собираешься платить за это здание? Лучше поосторожней! Еще бы один шаг, и я попал бы в эту сеть в углу. Не самое романтичное предложение, которое мне делали. Черная кошка, я так рад, что это ты. Биг Бой, рада тоже тебя видеть, но у тебя проблема. Веном ушел на площадь времени. У него сообщение для тебя. Он ждет тебя там несколько часов. Этот урод на большом экране? Как страшно. Это не все. После этого также надо попасть в Амнитек. Это что, олимпийские бега? Послушай, площадь времени далеко от Амнитека. Давай выясним, что хочет Веном. Мемота Корано. Шоу Венома продолжается на самом большом телевизоре Нью-Йорка. Мы только что убили самую большую крысу на глазах у людей. Я же сказал, что он продолжит свои грязные делишки. Итак, у нас есть прекрасная Златовласка. Вы знаете ее. Она из тех знаменитостей. Мы решили, что дадим этой прекрасной бедняжке прожить еще 24 часа. 24 часа. Кстати, ее зовут Мэри Джейн Паркер. Нет, Мэри Джейн. Итак, в случае, если кто-нибудь... Интересно, насколько это возможно. Может, кому-то не страшно свою жизнь потратить на это? Захочет спасти эту самую звезду? Тогда давайте сюда. Развлекайся, Нью-Йорк. Шоу Венома будет продолжаться. Слушай, я не понимаю, что это значит, но кажется, все это связано с Амнитеком. Надо сматываться отсюда. Хочешь бросить все? Спасибо, Кэт, но так не пойдет. Слушай, Спайдермен дал мне очень много, и очень много отнял у меня. Но одно никогда не меняется. Это ответственность за использование суперсилы во имя других людей. Несмотря на то, чего это мне будет стоить. Если людям из Амнитека нужна моя помощь, я не брошу их. Я остановлю Венома. В этот раз будет последний раз. Окей. Ну. О, этот. Слишком поздно. Сегодня могут появиться две новые технологии. Главный вопрос, где мы сейчас находимся. Кэт! Вот он кто здесь. О, Спайди, вспомнил. Блэк Кэт ушла. Там что-то происходит с остальными спайдерами.
Оу-оу-оу. Ну давай, 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 давай. Давайте. Ну чё, попался? Источник. Эй. Ирод. Давай, иди сюда. Но. Давай, давай. Ну. Давай, давай. Ха-ха-ха-ха-ха. Дебилоид. Но. Ой, блядь. Давай. Да. Да, да, да. Ха-ха-ха-ха-ха. Идиот. Носороги. Малыш бой. Хорошо тебя трындыщит током, да? Ну давай, давай. Почти готов, да? Да. Давай. Охо-хо-хо. Спайдер опаздывает. Ребята в голубом опять. Лучше спрятаться. Присядем на корточки. Октавиус, что он здесь делает? Пожалуйста, подождите, офицеры. Разрешите мне. Доктор Октавиус помогает полиции. Ты же сам видишь. Его интересует карьера. Я должен выяснить, что случилось с Black Cat. Это работа для Питера Паркера, но не для Спайдермена. Подожди, Кэт. Кэт, это Питер. Питер, ты должен помочь мне. Я совсем ослабла. Прекрасно. Прекрасно. Чего? Такая у меня история, Джонни. Похоже, у тебя были трудности. Нужно найти Венома. Но как? Спайдерское зрение его не видит. В таком случае Веном найдет тебя. У тебя есть выбор, Спайди. Где же она может быть? Я должен найти ее. У меня нет выбора. Ну, ну, ну. Очень здорово. Давай на перегонки. Паркер обрадуется, когда ты найдешь ее труп. Ненавижу твои идиотские шутки. Поспеши, Паркер. Оки-доки. Погнали. Так. Мляха-муха, но... Так... А дальше? Прекрати, дурной мальчишка. В каком плане дурной, дебил? Ты чё, тебе что-то не нравится? Давай, Паркер. Что давать тебе? Но. Осторожно, леди. О, боже. Убирайся к черту с моего пути. Что за глупости, Паркер? Это Джузи.
Осторожно, леди. О, боже. Простите, леди, не заметил вас. Да куда ты, блядь, полез? Он, блядь, тут. Тупая игра, блядь. Воу. Да. Блин, Паркер, блядь. Ну. Твою мать, Паркер. Ага. Ага, сюда ты пополз, да? Ага, вот куда. Блять, ну. Если ты хочешь драться, то иди за мной. Драться. Веном, Веном. Наш великий Веном. Кажется, здесь был Спайдер. Он был здесь. Выходи, посоревнуемся. Успокойся. Сейчас ты видишь меня, а сейчас нет. Так быстро. Спайди, куда ты? Мозги, дурачок. Спайди, куда ты? Ну же, иди к папочке. Ты так далеко, маленький Спайдер. Вот это я понимаю, раньше были интересные игры. Все трудишься, Паркер? Где моя жена? Говнюк. Нет вином, но тебе не спрятаться. Так. Ящеры. Оу. Воу. Ну и уровень. Я уже наполовину испуган. Ловушка. Простите, парни.
Но... Автомат. Ребятушки. Кто там? Вот говнюк. Говнюк. Входи. Так, а дальше? Куда? Вопрос. Веном, должно быть, пошел. Ага. Я уже наполовину испуган. До свидания. Поезд. Лифт нужен. Ну, не лифт. Наблюдение после эксперимента с Лизардом. Бляха-муха. Я уже наполовину испуган. Я уже наполовину испуган. А тут, по-моему, надо только продержаться и все. Так. Отлично. Ну да, как-то так. Я уже наполовину испуг. Ну, почти прошли. Сколько их там? Не знаю. Сколько? Мэри Джейн. Скоро она умрет, Спайди. Да ладно, ладно, я понял. Я уже наполовину испуган. Прости меня за это. Прости меня, прости. Я уже наполовину испуган. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ра-ра-ра-ра. Я уже наполовину испуган. О нет! Тебе придется остановиться в падении, Паркер. Нас немножко поимели. Так. Ага.
Я играю, кстати, на джойстике. Не на ПК. Где я сейчас? Веном хорошо заплатит за это потом. Так. Я уже наполовину испуган. Ясно, ясно, понятно. Так. А уровень такой вот. Что делать? Туда? Ага. А, сюда что ли? Что у нас тут? Вниз. Ну, вниз, значит, это вниз. Так. Сюда что ли? Опа-на. А куда этот ведет рубильник? Ага. Я уже наполовину испуган. Да ё-моё. Блин, достали. Так. Блять, да не это. Чё? А, убирается вроде вода, да? Или нет? Что делать? Я уже путаюсь нафиг. В этих рубильниках. В этих рубильниках можно запутаться. Так. Ага. Ага. Нафиг пошел. Я уже наполовину испуган. Да-да-да, понятно. Так. Но. А куда нам? Сюда? Твою мать. Да нам. Да ё-моё. Сюда? Я уже наполовину испуган. Ну да, видимо, нам сюда. Так. Так, а что у нас тут? Пока ничего, да? Ага.
Так, паутина. Так, что? Ничего. Так, значит, оу. Оу. А, просто сюда, что ли? Так. Так. Ага. О. Быстрее, блядь. Я знаю этот, сука, уровень. Надо потом просто обождать. А то будет полный пиздец. Блядь, Спайди, быстрей. Блядь, быстрей, Спайди, нахуй, быстрей. А не, повезло. Да. На, труба шатал, твоя. Воу. А вот тут можно было реально проебаться. Серьезно. Опа. Ну. Я иду. Идет он, блядь. А что делать-то? Я уже наполовину испуган. Да. Твоя труба шатал. Чё? А разве нам не наверх, блять? Куда нам, блять? Потерянные души, нах. Чё, назад, в смысле? Туда? Ну? Блядь, ты меня запутаешь. Куда, блядь, идти? Блядь. Я думал, наверх. Оказывается, сюда. Чего? Так, не понял, куда? А, по этим херням. Один... Придется найти, откуда эти ребята выходят. Так, найди. Ой, блядь! Я чуть не проебался. Это игра. Да это я уже понял, дебил. Блядь. О, посмотрите на этого мозговитого Спайди. Том.
Это последний выключатель. Так, это я тебя понял, подожди. Ладно. Так, а дальше? Куда, блядь, дальше? Я не понял. Блядь, подожди, эта хуйня такая высокая? А, вот сюда. Ёб твою мать. Налево, мать твою. Пока это все замутишь. Ага. Ага. Оки-доки. Приготовься жрать хот-доги. Легко все, Спайдермен. Прекрати свои глупости, Паркер. Так, я не пойму, то есть мы правильно, что ли, идем или как? Надо проверить. Так, но если теплее. Мы если неправильно сделаем, то уже в следующей серии продолжим, потому что уже по времени мы немножко... Ой, блядь! В смысле? А с хуя ли он упал? Чё-то я нихуя не пойму, блядь. Блядь, пиздец. Я даже и не понял, как он упал. Вообще не понял. Как-то он даже, я бы сказал, странно упал. Тогда надо аккуратно по этим херням передвигаться. Так. Ага. Угу. Бляха-муха. Прекрати свои глупости, Паркер. Ага. Да сука! Лизун грёбаный, блядь. Сосун, ерзун, блядь. Иди в жопу. Так, ладно, отсюда мы начнем. Я как раз тут сохранюсь. С вами был Казуку Фэмили. На связи, ребятушечки. На связи.